Ну, я так отвечаю ему. Не в деньгах счастье, папаша. Выхожу из машины и такая, типа, случайно, кольцом по крылу его Лексуса. А он что? Ну, первые 50 метров держался бодрячком. Потом, видимо, дыхание сбилось и отстал. А муж простил. Ну что, я все о себе, да о себе. Ты-то как, принцесса Рублевская? Я... А у меня просьба. А у тебя есть деньги взаймы? Понятно, сколько надо? Ну, 1005. У нас с Сашкой завтра годовщина, хочу ему часы подарить. Выручай, Ал, ты последняя надежда. Может, подаришь пену для бритья? У меня как раз 200 рублей осталось. Понятно. Может, у мальчиков есть? У мальчиков в последний раз были деньги, когда ты им сама занимала. Понятно. Что? Как горничной не будет 3 дня? Что, трудно найти уборщицу за 5000 в день? Слушай меня, мой додыр недоделанный. Если ее завтра не будет, я из тебя тряпку сделаю. И на швабру натяну, понял? Все! О, Танечка, привет! Здравствуйте, Сильвестр Андреевич. Я совершенно случайно услышала, что вам нужна уборщица. Ну да, нужна, а то не дома, а сарай какой-то вот. Ой, какое совпадение. А у меня как раз есть знакомая, которой очень нужны деньги, и она могла бы у вас поработать. Красивая? Ну, ничего такая, симпатичная, интересная. Да, красивая. На меня похоже. На тебя? Ага. Значит, ответственная. Пускай утром приходит. Угу. Господа, сегодня резиденцию графа Рудковского посетит баронесса Леночка Румянцева. Так что даю указание освободить комнату для получения сатисфакции. Чё? Я говорю, комнату освободить, у меня сегодня секс будет. Видите ли, Георгий, дело в том, что все Леночки уже побывали в этой комнате, поэтому стесняться им там некого. А сюда вывод, я никуда не пойду. Я тоже. Ну куда я пойду? Да ладно, ну хорош, ну что вам, сложно пойти прогуляться куда-нибудь втроем на пару часиков, а? Втроем? Ну да, Кузя, ты и твоя зависть. Слушай, а тебе вообще слово «пожалуйста» знакомо? Вообще знакомо, только я его применяю, когда шампанское и конфеты уже не работает. Ну, раз так, ищи себе другое место. Угу, все ясно. Алла! Ага, сейчас. Может, тебе еще и постель застелить? Ну, я, конечно, не настаиваю, но было бы неплохо. Нет уж, Гоша, вот где свою баронессу нашел, вот туда с ней и иди. Супер. У меня самые лучшие друзья во всем мире. Спасибо, Гошон. Пожалуйста, Кузя. Все, крыльцо почистил. Молодец, Рудковский, держи, 107-я комната. Через 3 часа вернешь. 3 часа и все? А ты думал, ты у меня один такой любитель снег почистить? За тобой еще 2 героя-любовника. Ну что, друзья? Я справился и без вашей помощи. Ого, какой ты самостоятельный! Так может, ты и вечером без Леночки справишься? Браво, шутник. Лучше бы ты так друзьям помогал, как шутишь. Да, выручили, конечно, товарища в трудную минуту. Гош, так тебе всего минут нужна была? А то я была тебе гораздо более высокого мнения. Да я вас тоже. Я вообще вас ни о чем теперь просить не буду. Ну надо же! Не может быть! Кузя, дай мне платок, мне нужно слезу вытереть. Ой, как с вами хорошо. Я смотрю, тут у вас целое братство. Один за всех и все за одного. Бесьте вы меня. Здрасте. Здравствуйте! Ты что, от Тани, что ли? Да, от нее! Ну, будут вопросы, спрашивай, не стесняйся. Хорошо! Да, ковры будешь чистить, руки не забудь 2 раза помыть. Ковры персидские. Да, еще.
что, не на парах? Так у меня, Таня... А ты что так вырядилась? А я все постирала и не высохла. А, я понял. То есть вас пригласила моя подружка Таня сделать мне сюрприз на годовщину, да? Да, пригласила. Сюрприз мне. Да. Иди сюда, моя выдумщица. Да. О, так у него нос сухой. Походу, Гошан заболел. Кузь, не смешно. У нее температура под 40. Да, Леночка сегодня точно не замерзнет. Кушенька, может быть, тебе чай с малиновым вареньем заварить? Обойдись. Да не, он до водки с хреном растереть и в компостную яму на полчаса. Все микробы сразу убьет. А что, у меня прадед всегда так делал. Он вообще до 100 лет дожил, если бы он случайно в этой яме эскаватор не закопал. Отвалите, не видите, я фильм смотрю. О, аватар, крутяк! Там, короче, это синие люди, один не синий. Но он тоже как бы синий, но он спит. И, Кузя, перестань рассказывать, ты уже мне сегодня помог. И вообще, я из-за вас, как дурак, теперь с температурой в постели валяюсь. Пипец, из-за нас? А ты не мог нормально попросить? Хорошо, я вас прошу нормально. Пожалуйста, уйдите. Я вас видеть не хочу! Ну, вот тут наши желания совпадают. Пойдем отсюда. Тоже мне друзья, блин. Добро пожаловать в общагу, сынок. Я рад, что у меня появился человек с военной подготовкой. А Семёныч у меня? Отставить! Не Семёныч, а полковник Семёныч. Слушай сюда, солдат. Раньше я работал в других общагах, но тут просто жесть. Вот видишь... День заселения. Короче, для тебя есть задание, сынок. Посмотри на себя. Что это? Теперь ты аватар. Ты должен проникнуть в блок номер 302. Подожди. Некогда ждать. В этом блоке живет самое опасное племя. Они покруче вьетконговцев, сынок. Что я должен сделать? Мне нужна их территория. Ты должен войти к ним в доверие и сделать так, чтобы они ушли сами. И еще. Теперь ты можешь ходить, сынок. О, Танечка. Мне с тобой как раз поговорить нужно. Это о твоей знакомой, ну, та, которая здесь убирала. Дело в том, что я ее увольняю. За что? Она что, плохо убиралась? Нет, ну... Да, плохо. Отвратительно. Кругом грязь. Какая грязь? Явно не лечебная, Танечка. И вообще, ну... Вот здесь лежал мой телефон. Вот где он? Нету. Потому что она его украла. Сейчас я позвоню в милицию, чтобы... А как я позвоню в милицию, если она украла мой телефон? Украла? Да! Да я никогда ничего не... Она не воровала, она не такая! Я за нее ручаюсь! Раз не воровала, почему машину мне не помыла? Машину? Да. Она не обязана мыть машину! А раз она не обязана, я не обязан платить! Все! Как не обязаны? Вы же обещали! Да тут пальцем проведи все, чистоты скрипит! А меня бесит этот звук! Танечка, ты не понимаешь, она плохая. Ну, ты мне еще потом спасибо скажешь. Ну, я... Вся, я сказал. Кужик, она урок ее больше сын. А миг за руку она тыщ. Шамхату ругнул. Урошек это мале, а руны штых тёлочка. Цехим, цехим. Умру, блю. Всем привет. Чужой здесь! Уходи! Ходящий во сне не место тут. Эй, дикари, вы чего? Вы чувствуете, какой от него запах? Как будто весь день снег чистит. Стойте! Его выбрала священная подушка.
Чистая подушка, чистая душа. Как ты зовешься? Гоша Рудковский. Гоша Рудковский! Собачье имя! Собачье! Замолчи! Зачем пришел к нам? Я хочу жить с вами. Конкретно со мной? Тихо! Кем ты был в прошлой жизни, Гоша Рудковский? Ну, я из армии недавно вернулся. Воин! 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 Чихнет! Ты будешь обучать его нашим обычаям. Почему я? У вас с ним связь. Ты его околдовала, Алла. Пипец! Одно из главных правил общаги – учись терпеть. А как я узнаю, какая из них моя? Она сама выберет тебя. Дома режь тонко, а в гостях толсто. Запомни, где холодная вода, там горячая. А где горячая, там холодная. Круто. Все свое прячь за чужое, чтоб никто до него не добрался. А у вас прикольно, мне нравится. Теперь ты один из нас, и тебе можно увидеть наше сокровище. Фу, так это ж водка. Нет! Это мать вода, вода жизни. Без нее общага умрет. Общага живая, и это ее кровь. Потрогай. Ты можешь слышать голоса. Понеслась! С окончанием сессии! Ой, мороз, мороз! Слышишь? И это есть только у нас в блоке. Так вот, что нужно Семёнычу. Саша, я тоже молодой был. Но надо как-то поосторожнее. С чем? С чем? С этим делом. Я тоже по молодости и с официантками, и с секретаршами. Но ночью, тайком и не дома. Что ты тайком? Что? Удовлетворялся. Вот ты о чем? О чем? Как будто не знаешь. Кувыркается с кем ни попадя. Все, я ее выгнал. И мой тебе отцовский совет. Даня об этом ни слова. Ты про что вообще? Вот. Хорошая позиция, так себя стань и веди. Пап, ты совсем уже сдурел. Даже хорошо. Немножко перебор, но хорошо, сразу видно, мой сын. Ну что, боец? Полковник Семенович, их нельзя выселять. Это их дом, они его не оставят. Попробовал общажного борща и забыл, на чьей ты стороне. Иди, выполняй свою миссию, солдат. Ты не понимаешь, Семёныч. Если ты их выселишь, им негде будет жить. С вокзала вгонят. Я хотел, чтобы они ушли сами мирно. Но, видимо, придется применить силу. Не надо. Понимаешь, для них это не просто общага. Они здесь пьют. И уйдут сами, я их просто выселю. Не сможешь. И тебя выселю! Всех выселю! Джахегде! Где ты был, Гоша Рудковский? У Семёныча. У меня плохие новости. Он решил вас выселить и захватить источник. Ты рассказал Семёнычу про источник? Ты предал нас, Гоша Рудковский! Шутушт! Я тебе верила, а ты втерся к нам в доверие! Это не так! Сначала да, но теперь я стал одним из вас. Я тоже
проживающий в общежитии. Мы не верим тебе, Гошка Рудковский. Я докажу. Я сделал это. Не может быть! Он вымыл всю посуду! Уже 2 недели никто из нас не мог этого сделать! Он Турук-Макто! Кто? Кто-кто? Турук-Макто! Турук-Макто! Ты станешь нашим лидером! Мы должны победить Семёныча! Но как мы его победим? Он ведь... комендант! Я знаю как. Таня! Танечка, что случилось? Твой папа меня выгнал! Как выгнал, Таня? За что? За то, что я плохо мыла! А я хорошо мыла! Я даже тряпку, которую я мыла, вымыла! Подожди, Таня, я не понимаю, ты здесь убиралась, и папа тебя выгнал? Да! И денег не заплатил! Ты что, убиралась здесь за деньги? Да! Ой, то есть, нет, Саш, я тебе потом все объясню! Танюша, Танечка! Таня! Таня! Рассказал все-таки балбес! Тань, ты прости его! Ну, молодой еще! Ветер в трусах гуляет! Какой ветер? В каких трусах? Ты зачем Таню обидел? Это я Таню обидел? Ну, давай, давай, вали все на отца! Это же я всяких маромоек в постель к себе тащу! Каких маромоек? Да никого я в кровать не таскал! Это папа весь день бредит! Что, бахнул уже с утра, да? Кто бахнул? Я бахнул! Я ж сам собственными глазами видел, как ты в кровати горничную... пылесосил! Да это Таня была! Мне пофиг! Таня, Шманя, Лена! Как Таня? Это была я, Сильвестр Андреевич. И убиралась тоже я. Танюш, мы же одна семья. Тоже придумала горничная. Ты бы еще с Геной вторым охранником пошла. Сказала бы мне, я просто денег дал. Папа, нам не нужны... твои деньги. Сильвестр Андреевич, я просто хотела заработать на подарок, чтобы сделать Саше сюрприз. Тань, ну что ты, ты сама для меня как подарок, ну... Сильвестр Андреевич, а я правда плохо убиралась? Убиралась ты отлично, Таня. Поэтому вот твои честно заработанные $500. Подожди, с каких это пор горничные у нас получают по $500? Знаешь что, Саша, ты тут повкалывай сначала, а потом говори. И вообще, это тебе на подарок. Я знаю как. Мы соберем все блоки на борьбу с ним. Блок спортсменов! Блок ботаников! Блок тёлочек! Но как мы соберем их всех? Общага нам поможет. Ну что, синева, допрыгались? Выселяю! Гоша Рудковский, помоги нам! Общага мать, помоги нам, сынам и дочерям твоим. Выселяю! Проснешься, выпей вот это, Алла.
А это не пей, это мой чай, Кузя. Кузя, куда ты такими ломтями? Режь тонко, не в гостях. Уф, вода. А ты что думал, коньяк? Почти. Слушай, может, тебе еще поспать? Хотя жар вроде спал. Да нет, спасибо, мне полегче. Ребята, спасибо вам огромное. Да не за что, мы же тут все эти офигенные друзья. У нас же братство. Нет, ну, правда, простите, я действительно вел себя как придурок. Гошан, у тебя, наверное, это, ну, после армии, контузия. А что так бывает? У меня прадед после войны тоже того, в компостную яму лазить начал. Да ничего, ты, главное, выздоравливай. То есть вы меня простили? Спасибо, друзья. Кузя, Майкл, тогда это, вы не могли бы сегодня свалить, ладно? Началось! Рудковский, ты не исправи! Гошан, ты капец! Ну куда вы? Вы же простили! Ах ты моя ненасытная! Саш, я не знала, что тебе подарить! Таня, я просто это обознался! А вы тоже хороши вырядились тут, понимаешь, как...